Ну, действительно, я согласен с той концепцией, что счастье – это когда человек достигает желаемого. Но достигать его он должен регулярно. Потому что единожды достигнув желания, нельзя находиться в этой ауре счастливой на протяжении всей жизни. Тогда уже и жизнь теряет смысл. То есть появление новых целей, их достижение – это есть счастье. Счастье можно, человек может найти в семье, счастье может человек найти в работе, в творчестве, в спорте. Это все счастье. Оно субъективно всегда, оно всегда обманчиво, но оно есть. Поэтому ну, наверное, это вопрос такой, что по поводу счастья многие философы говорили. Поэтому я могу сразу сказать, я не претендую на столь высокую оценку и всеобщее признание. Но, несмотря на то, что о счастье говорили все и почти всегда, и самые, но окончательно эта формула неизвестна.